Так, ребятушки, вот мы и добежали до наших ребяток. Поздоровайтесь. Здрасте. Всем hello, барову. Вот так вот, ребятки. У них дик из ящиков. Камень, помидор, гнилой. Ух, нифига, гнилой помидор. Вот это да. Вот это у них база, ребятушки. Вот это да, вот это да. Ну все, начали. Развиваемся. Good jobbing. Так, ребята, экстренное включение. Все мы присоединились в Дайзет. Так, ох. Теперь мы команда. Ой, перевес. Нифига ой, у вас перевес. База. Нифига у вас база. Здрасте. Пойдемте. Ну все, пойдемте. Все еду, воду взяли, да, поехали? Воды нет у меня. А бутылка есть? Бутылка есть. А куда мы идем? А мы пойдем в поселок сейчас водички наберем. А может не в поселок, а может ограбим дом? Я тоже заболел бабчанин, у меня тоже горло красное, у меня нос не дышит и температура 38. Ну ты слышно? Че рассказывать, блин, да хуй его знает, что рассказывать, нечего рассказывать. А я знаю как, воздушно-капельным дискордиком передалось. Ну да, так и было. Говорил. Так, все, маршрутку вырубаем, мы играем в Day с кайфом. Да мы в десна хотели поцеловаться с бабом. Но не при мне. Да ладно, ты в понедельник приходи ко мне, в десна тебя поцелую. В понедельник у меня 3 административные контрольные. Чего? Ну, максимум, напиши и скажи, я себя плохо чувствую, все, давай, пока. Кто стрельнул? Не я. Все, на выстрелы бежим, на выстрелы. Дай рюкзак скину, вот и сон мне приснился, для того, что мы сейчас заебашим чело. Все. А это я не на это, знаешь, где это, Андрей? Это рядом со мной где-то. Это на стройматке, где мы это резко добываем. Где-то в той стороне. Сейчас я рюкзак положу на место. А где этот ваш строймат? Через дорогу, вот как выше идти, там через дорогу есть такой большой завод. А, все, вижу, это да, вот. Это рядом со мной тут. Да, это совсем близко. Ярослав, за стрессовой ситуацией мы, блядь, хуйню не занимаемся, включаем голову на 500%. Пошли. Никогда в школе ты учишься, блядь, должен был включать на 500. Да я не знаю, я никогда здесь... Яр, ну на звуки выстрелов, ну неужели ты не слышишь, где они? Это было у меня, я могу сказать. Прям у тебя прям выстрел? Да, было у меня, блядь. Я не знаю, что у вас, где там, что переключилось. Но это надо у Егора, я вообще не полностью, блядь, не слышу. Пойдем, это скорее всего, может... по Ярику ёбнул. Да, это по мне, блядь. А ты прям звук пули слышал? Да, я сказал то, что пацаны, блядь, это у меня. Я еще по Ярику выстрелил, он вальнул. Не, мне кажется, он откис. Меня убили. Я же сказал. Я же сказал, Яр, ну он не сдается, чел, вот с таким оружием просто так. Ну, блядь, поаккуратней, сука, поиграй. Где ты сдох, блядь, координаты говори. Я не знаю. Блядь, ты долбоеб.